Ростов-на-Дону. Ростов, папа. Пугает и интригует одновременно. Казаки принадлежат к субэтнической группе, живущей на территории России. У казаков богатая культура и очень красивые песни. У него свое лицо. Задержано трое местных жителей, которых подозревают в мошенничестве. Свой характер. Участников массовой драки недалеко от общежития одного из городских вузов. Во время драки в ход пошли... Потасовки стали болельщики местного футбольного клуба. Британская BBC сняла фильм о наших злобных и опасных футбольных фанатах. Наш город, открытый ветрам и солнцу.